Я в перископ буду снимать. Пусть люди видят, что. Нет, смотрите, это нормально, но там люди снова взяли, перекрыли дорогу, всю Киевское шоссе перекрыли. А я не знаю, откуда они едут. Просто вот ЕПХ подъехал, нас заблокируют, чтобы это, ничего не делали. Самое интересное, я стою на улице, у меня сотрудник подходит и говорит, быстро сел машину. Быстро сел машину, продвинься туда, Путин едет. Я говорю, класс вообще. Нет, это нормально. Сейчас посмотрим, сколько мерседесов проедет. По встречке поедет? Нет, я видел, что ездит по встречке. Народ, объясняю, что происходит. Едем мы по Киевскому шоссе в сторону области. Решили заехать на великолепную заправку BP. И, короче, тут происходит такая тема, что, вон, видите, машины стоят. Сотрудники перекрыли дорогу, типа Путин едет. Вот. И, короче, вот подъехали ЕКХ. Машина охраны, походу, я не знаю, что. Перекрыли нам выезд, мы не можем выехать. Сейчас поедет Путин. Класс. Посмотрим, сколько машин же проедет. Самое интересное, знаете что, стою на улице, реально, ну, никого не трогаю, ко мне бежит через всю, там через три полоса сотрудник ГИБДД и говорит, слушай, говорит, быстро сел. Я говорю, в смысле быстро сел? Он говорит, быстро сел, отогнал машину, заглушил ее, выключил фары. Я говорю, что, говорю, это что, законные требования, что ли? Он говорит, ну да. Я говорю, ну классно, говорю, ты мне, говорю, еще пойди, вот скажи, с моста бросься. Что, я пойду тоже бросаться? Ну, бред, короче, ждем, сколько проедет. Вчерашняя история закончилась тем, что приехал полковник, и в 3 часа ночи, короче, в итоге выписали штраф этому водителю. Не, нормально, они имеют право перекрывать дорогу? Класс. Какая, вот эта вот? В смысле отвлекающая? Вот эта вот? Причем отвлекающая? К ним лучше не подходить, они сейчас стволы достанут еще. А потому что нам дорогу перекрыли. Вот, ЕКХ, охрана президента. Путин едет. Скажи, пожалуйста, свое мнение. Я хочу сказать, что я негодую. Можно вот здесь проехать, вот место есть. Короче, Никита, это беспредел. Ну, мы тоже без этого приехали. Вот сейчас закрыт, сейчас выйдет закрыто. Если хотите заехать сюда, подойдите, вам стартую шлагбаум. Что вы? Хотели забраться. Вы видите шлагбаум обрушен? Ну, ни туда, ни сюда. Давайте мы проедем. Пойдемте, со мной стулем, а то шлагбаум. Да не, вы им просто скажите, чтобы открывали. Пойдемте, со мной стулем, а то шлагбаум. Я уж там был, они сказали. Будете, будете? А на дорогу вы? Вы сейчас не поедете. Так вон машины едут же. Ну и что, что они едут? А что, нам нельзя? Нельзя. Почему? Потому что. Потому что трасса сейчас закрыта. Так они почему едут? Закройте тогда ее. Она закрыта. Так они же едут. Я вам объясняю, трасса закрыта. Вам не понятно, что? Не, мне понятно предельно. То почему машины едут? Значит, они должны впускать там инспекторы. Отсюда машины не должны выезжать. Непонятно? А причина?
Причина, зачем причина? Ну причина, почему я не могу выехать? Значит, там что-то случилось, значит, там какое-то большое ДТП. То есть подождите, вы хотите сказать, что машина ЕКХ подъехала? Вы можете записывать, что вам, блин, нет, не надо записывать телефон, чтобы потом выкладывать выйдет. Я вас снимаю, я вас снимаю. Вы меня не снимаете. Ну все, вопросов нет. Снимайте, пожалуйста, что хотите. Я снимаю дорогу. Там 10 минут сложно, что ли? 10 минут хорошо. Если 10 минут мы 10 больше, минут, мы выезжаем отсюда. Вы не поедете отсюда. Так вы сказали 10 минут. Я вам объясняю. Вы сказали, через 10 минут. Вы сказали через 10 минут. Вы не понимаете, вы сказали, в какой стране находитесь? В Российской Федерации. Вот и хорошо. Я свободный гражданин. Почему у меня какая-то машина перекрывает дорогу вообще? Служебная машина перекрывает. Федеральная служба, я только что представился человек. Вам не понятно? Мигалка. Не надо мигалку. Сходите отсюда, На какой кирпич? На какой? А посмотрите, там знак он стоит. Так мы до него не доехали. Давайте просто посмотрите, там знак стоит. Так мы до него не доехали. Выходите просто, заехали. Смотрите, кирпич, подождите. Я вам сейчас объяснил, популярно. Я вам объяснил, если вы хотите сейчас заехать на заправку. Но. С вашим человеком, да, я сейчас вам скажу, чтобы они открыли вам шлагбаум, вы там заедете. Но. И будете выезжать везде весь транспорт. Подождите, хорошо, так мы же не доехали. По правилам дорожного движения. Мы не доехали до кирпича. Вы задом сейчас не имеете права сдавать, потому что там висит кирпич. Так я могу вот здесь развернуться и поехать передом. Вы не можете здесь развернуться, почему? Потому что вы поедете на встречный транспорт движения, понимаете? Подождите, стойте, стоп, кирпич там висит. Вы сейчас назад, здесь, кирпич. Здесь вообще-то, если вы поедете сюда, это будет встречная полоса. Смотрите, видите, где кирпич висит? Вы согласны со мной? Согласен, по правилам дорожного движения я не доехал до кирпича. Я вам сейчас еще раз объясняю. Вы сюда заехали. На одностороннее движение. Давай заедем. Давайте заедем. Нет, не проблема. Просто здесь пошла вам. Куда я заеду? Все едут. На одностороннее движение. Если вы сейчас будете назад сдавать. Вопрос только в том, что здесь еду, там и стоим. Вот вопрос. Значит, так должно быть. Ну так должно быть. Трасса закрыта сейчас. Что непонятно? А вон машина едет. Ну и что, что она едет? Значит, там инспектор спускает машину. В одну, в другую сторону не пускает, но это смешно. Короче, что, народ, ждем, пока Путин проедет. Будем стоять, ждать. Класс. Вот я думал, чем бы в четверг вечером заняться на Киевском шоссе. Думаю, поеду-ка я, пропущу Путина. Если вы считаете, что нормально в свободной стране в Российской Федерации, просто что я вот встал, вот у нас три машины стоит, и просто там шлагбаум, мы не можем проехать вперед, а здесь нам перекрыли дорогу ЕКХ. Я чуть, когда он будет ехать, я запишу трансляцию.